Опять я в этом чертовом острове. Что же сегодня? Опять потеря человека, выжившего? О, еще лучше. Опять в той лаборатории что случилось? Еще лучше. Завтра я... Что? Тварь. Что это твари надо от меня? Сдохни. Так. Будут знать, как ты меня лезет. Завтра пойду туда. Ну, что-то... Понятно, почему тут портал... Что? Это что, теперь бункер еще какой-то? Ну, не знаю. Так, спускайся опять. Кто там будет? Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так, давай спускайся. Давай. Что тут такое творится? Офигеть! А что это? То есть, стоп. Сюда человек ставится. А тут... Какой? Кто-то нажимает. И он сгорел в лаве. А что тут? Тут они будут терзать всех. Офигеть. Ох, не. Не-не-не. Почему тут только одна голова человека? Стоп. Что произошло? Это и есть тот самый, что ты делал? Не, что? То есть, там я растезаю волки, а тут я в лаве, то есть... Что с тобой? Что тебе от меня надо? Расскажи, как ты сюда попал? Я попал сюда просто так. Тут сбили кто-то самолет или вообще. Он просто захотел и полетел туда. Туда, на тот край света. Я уже два человека потерял. Поэтому мне уже ничего не страшно. Что ты хочешь делать? Я хочу кровь. Ну, ладно, хочешь кровь? Сейчас будет себе кровь. Подожди. Сейчас будет кровь. Такая кровь будет, то что... Ты офигеешь прямо. Подожди. Подожди, сейчас я подготовлюсь к смерти. Подготовлюсь сейчас. Так, подожди, сейчас подготовлюсь к смерти. Ну чё, давай, на! На! Ну давай, давай. Теперь надо быстрее отсюда убежать. Так, что тут происходит? Маньяки мне какие-то попадаются. Попадаются одни маньяки. Да еще во плюс. Блин, ну... Я эту ночь сегодня не буду спать нафиг. Ладно. Давай, давай. Сейчас все меня растерзают еще, наверное. У них там есть братья. А что это вообще там было? Понятно, тут у него инструменты, чтобы расчленять людей. Понятно. Понятно, ничего нового. Кровь. Кровь, все другое в этой жизни. Все вообще мне после этого не жить. Все. Ну что это было? То и тут того потерял, то и этого. Да все теперь. Опять пролезаю через этот забор, который сам построился. Круто! Круто все вообще. Да и эти решетки, которые я сломал.